Приветствую всех на канале Del Foods. Сегодня готовим кабачки в панировке с сыром. Для этого нам понадобится 2 кабачка общим весом 700 граммов, 150 граммов панировочных сухарей, 150 граммов твердого сыра, 2 яйца. Для соуса я возьму 100 миллилитров сметаны, 20 граммов соли, перец по вкусу и 30 граммов измельченной зелени, которую мы делали с вами в видео «Петрушка на зиму». Полное описание ингредиентов на русском и английском языках смотрите под видео. Натираем твердый сыр на мелкой терке. Смешиваем твердый сыр с панировочными сухарями и по одному добавляем яйца. Кабачки нарезаем кольцами и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Не забудьте подписаться на канал Del Foods и включить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Сверху на кабачки выкладываем кляр. Отправляем кабачки в духовку на 20 минут. Включаем температуру 180 градусов. Режим вверх и низ духовки. Но вы обязательно ориентируйтесь по своей духовке. Готовим соус. Для этого в сметану добавляем соль, перец и измельченную зелень. Это у меня петрушка, заготовленная на зиму. Вот такие необыкновенные кабачки с хрустящим верхом у меня получились. Их нежный вкус хорошо дополняет соус из сметаны и зелени. Такие кабачки могут быть как основное блюдо, так и в качестве закуски. Приятного аппетита и крепкого здоровья! Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим рецептом, подписывайтесь на мой канал Del Foods. Вкусные блюда! Обожаю всем здоровья! До новых встреч!